На сегодняшний день в Анапе от гриппа привито 90 тысяч населения, практически половина всех жителей. Это больше на 40 тысяч по сравнению с результатами вакцинации прошлых лет, начиная с 2011 года. И это значит, что если даже грипп и попадет в Анапу, то эпидемиологического подъема быть не должно, так как создана необходимая иммунная прослойка. А вот от ОРВИ и от простудных заболеваний никуда не деться. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ имеет незначительный сезонный подъем. За прошедшую неделю мы зарегистрировали 15 случаев заболевания острыми вирусными инфекциями дыхательных путей множественной неуточненной локализации. Это пока что ниже эпидемического подъема в 38 раз. На курорте один случай гриппа лабораторно подтвержденный зарегистрирован у жителя, временно находящегося в городе курорта. Он прибыл из Нижнего Тагила. Среди местного населения гриппа мы пока что не зарегистрировали. Заболеваемость ОРВИ среди детей в организованных коллективах находится на особом контроле государственных органов, и в случае роста заболеваемости будет решаться вопрос о закрытии классов, групп и прочее с начала подъема заболеваемости. Роспотребнадзор ведет ежедневный мониторинг заболеваемости в школах и детских садах. На сегодняшний день эпидситуация осложнена в двух учреждениях. Детский сад Джигинка, где зарегистрирован случай менингококковой инфекции, тоже тяжелая невирусная менингококковая инфекция, но тем не менее полный комплекс противоэпидемических мероприятий в этом детском садике среди контактных близких проведен полный. Сейчас находятся они на особом контроле, мы смотрим, предупрежден весь детский сад. И, значит, ситуация по заболеваемости простудными заболеваниями зарегистрирована в школе номер 7. Имеется подъем заболеваемости, но все диагнозы стоят ринофарингиты. Даже ни одного случая ОРВИ не поставлено. То есть имеет место быть, видимо, какая-то бактериальная, простудные заболевания и так далее. В школе введен ряд временных ограничений, отменена кабинетная система обучения и массовые мероприятия. Дети находятся под контролем медиков. Как только эпидобстановка улучшится, школа заработает в штатном режиме.